Турнир «Герои Отечества» по единоборствам организаторы посвятили героям специальной военной операции. Молодые спортсмены из 15 регионов России объединились посредством телемоста, чтобы одновременно показать сноровку, силу удара и крепость духа. Среди участников – Крым, Севастополь, Московская область, Краснодарский край, Архангельск, Бурятия. И не только. Главная площадка – Люберцы, дворец спорта «Триумф». Это уникально, когда одновременно в разных регионах, несмотря на часовые пояса, температуру, мы начали проводить мероприятия. Сначала это была акция «Быть здоровым – это модно», потом появился кроссфит, это функциональное многоборье. Сейчас появилась идея сплотить все федерации, то есть сделать что-то в честь Дня Героев Отечества. Сначала в программе турнира значился только рукопашный бой, но организаторам хотелось масштабности. В итоге утвердили 8 единоборств. В списке греко-римская борьба, самбо, бокс и другие дисциплины. Самым молодым участникам всего по 8 лет. Участие в турнире – это такое мероприятие важное, когда ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Как нам говорит наш тренер, вы либо выходите и делаете свое дело, и выходит только один победитель. Поддержать юных борцов приехали герои СВО. Они для молодых реальный пример стального характера. После показательных выступлений подростки пообщались с участниками спецоперации, а также поучаствовали в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и сборке автомата.